За 9 лет рождаемость в Коми упала в 2 раза. В прошлом году родилось всего 6400 малышей. За 10 месяцев этого года 5300. На первом организационном собрании Совета по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей были предложены меры по увеличению рождаемости, введение административной ответственности за склонение женщин к аборту, а также обеспечение условий, стимулирующих к созданию семьи и рождению детей. Все мероприятия, которые правительство может оказать в виде дополнительных материальных благ, ипотечного кредитования, льготные кредиты, предоставление жилья многодетным, пособий, то, что сейчас уже имеется, материнский капитал, наш республиканский, российский, это все, я думаю, что играет ноль, но не решающую пока в настоящий момент. Поэтому и опросы происходят наших женщин, почему же они все-таки решаются на аборт. Причины эти разные. Есть экономические, усталость от детей, желание женщин работать, да, приносить там пользу обществу. Вот. Причины этих много называют наши женщины, но все-таки в те времена, когда был запрет на аборты, да, рождаемость была выше. Сегодня в законе решает женщина, как поступить беременность. Важную роль играет и доабортное консультирование. Медицинские работники проходят специальное обучение, учатся разговаривать с женщинами и убеждать не делать аборты.